Как продать что-нибудь ненужное? Избавляемся от хлама через интернет. Это клевый способ превращать ненужные как бы вещи в нужные деньги. 5 гаджетов для поклонников выпечки. Вау! И легкий способ сделать квартиру безопасной для ребенка. Папа, я готовлю тебе пирожки! Защита детей от дома и дома от детей. Это вполне себе тема для специального расследования программы «Чудо техники». «Чудо техники» в воскресенье, сразу после первой передачи на НТВ.